27 и 28 сентября в Международном выставочном центре «Казань-Экспо» состоялся школьный хакатон в рамках всероссийского конкурса «Цифровой прорыв». По итогам двух соревновательных дней команды IT-лицея Казанского федерального университета продемонстрировали лучшие результаты, заняв первые места. Мы, когда регистрировались на это мероприятие, мы не ожидали от себя вообще ничего. Мы думали, что это будет слишком сложно для нас, потому что мы все приехали в Казань только в этом году, мы учимся здесь первый год. Когда мы решали задание, мы были уверены в себе, но не думали, что наш результат позволит нам занять первое место среди всех команд во всех номинациях. Это было неожиданно. Для решения задач участникам предстояло продемонстрировать опыт работы с программным обеспечением для профилактики компьютеров, навыки программирования на языках, а также понимание принципов автоматизации бизнеса. Задания были направлены на проверку знаний курса школьной информатики. За все два дня у нас было 4 трека. В первый день бизнес-трек. Мы делали приложение для людей, которые работают в сфере добычи нефти, то есть где лучше прорубить скважину, какие материал находится в этих слоях земли определенные. И, собственно, человек, который занимается разведыванием скважин, он вбивал данные о разных слоях земли и где нашел нефть. И это должно было отобразиться в красивом приложении, и мы решили сделать веб-приложение, потому что это адаптивно для мобильных устройств, для компьютеров. IT-лицей КФУ представили 3 команды, в состав которых вошли учащиеся 9, 10 и 11 классов. Ребятам удалось занять первые места в номинациях «Бизнес-трек», «Кор-трек», а также одержать победу в общекомандном зачете в номинации «Профиль». Участие в цифровом прорыве мне дало огромный опыт, потому что редко проводится в Казани мероприятие такого масштабного уровня, это тот же WorldSkills, тот же цифровой прорыв. И я думаю, не просто так выбирают именно Казань, потому что Казань – это будущее нашей страны именно в IT-сфере. Участники стали обладателями сертификатов на курсы по программированию, а также были награждены подарками от партнеров. Лилия Талипова, Виолетта Басова, Универньюз.